предал, как собирался сразу за тебя, а потом на тебя напал. Это пока не вижу. Я только видела, как тебе в этот ящик паковали. Война была проиграна. Ты был практически парализован. У тебя одни глаза были живые, ты не двигался никак. Смотри, где это было. Там, в пустыне. Туда привезли. А почему захватили-то? Где этот бой был? На нашей территории, на их? На их. Романдус туда и проиграл. Пока не вижу. Успокоилась. Ну, блин, реально больно. Кажется, что ребра трясет. Ребра тащат, потому что есть шанс, что ты была в ящичке таком же. Что? Есть шанс, что ты была тоже в ящичке таком же, грубике. Там же. Я знаю. Я вижу эту картину. Я могу ошибаться, но, по-моему, вижу. Второй тут правитель был уже под врое, скажем так, потому и обманул, обещал поддержку. Как заманил, Да, как ловушка. да. Я без армии пошел почти. Ну как, то есть не войной пошел, а просто Нет, чтобы там не часть на... армии соединилась с его. Да, там не нужно было сильно воевать, если бы он был на твоей стороне. Там просто нужно было вот это вот. Уничтожить это все. Ментальную, да, вот эту вот херню убрать, где по тучке занимался и все. И планета перестала бы интересовать Рой абсолютно. Они бы летели. Там вот интересные эти принтеры и вот эти. Они в скале Импланты. вырубаны. Прям такие не пещеры, а ниши под эти принтеры огромные. И они просто оттуда и поставляли как-то пещеры такие или просто скалы такие. Мягкий камень. Ну, как ракушняк. Покажи синим, скажи, как испортить эти их конструкции искусственные. Не говорят, надо, как обычно, слои рассоединить. Если так ломаешь, оно восстанавливается. Я уж понял. Каждый слой какой-то супер. Не обладает способом ломаться, нужно каждому растянуть по слою. И вот если бы они сделали людей с технологиями роя квантовые,
как основу, и вот этим бы наполнили. Это были бы супервоины. Рыбы бы вообще реально не победим. И вечно. Я как-то что-то успел им сломать. Да, как принтер это сломал, ящики не сломал. Сегодня говорят, что они поломаны, эти принтеры. Говорят, что их нет, они взорваны, они просто стоят нерабочие. Как больно-то в позвоночнике, да. Они как пушки использовали эти принтеры. Они по мне выстрелили. От этой силы, энергии. Обычно нервная система просто убивает. Вот так вот. И мозг, и все. А как ты до них добрался? Еще и группу прикрыл. Даже еще пожил после этого немножко. Вот оно в чем дело. Ну, как обычно. Задачу выполнил и помирать. Все нормально. Дальше жить незачем было на той планетке, по крайней мере. Все просто. Наверное. Кто-то ты мне вчера рассказывала, что я лежал с распоротой там среди кучи народа. Разорванный. Вот он в чем дело. Чего сделаны эти принтеры, бля? Типа как пушки, из них энергия вот выходит, вижу, все. И вот каркас, вот куда эта энергия наполняется, сначала одна, другая, третья уровня. Пусть синий узнает, откуда там была девяточка. Энергия Бога. Откуда они на той планете брали энергию Бога? Спроси его. Пусть выясняет. И говорят, что это и твоя энергия была. Перед тем ящиком был еще один ящик. И в их распоряжении был весь Бог. Не зашибись. То есть я еще и до этого облажался. Отлично. Нет, до этого ты еще в одном ящике лежал. А, ну это да. То есть Рой им дал информацию. И они только начали делать то, о чем раньше не знали. Хорошо. Думаешь? Язва. Я не язва. Энергия для этих пушек откуда шла? Из ядра. Ну, вот что там особенное ядро какое? Планетки. Фиолетовый какой-то. Вот. Вот эту силу я имел в виду. Откуда там сила почти Кона? В этой планетке. А дом, конечно, красивый был, как Олимп какой-то. Угу. С розового мрамора. Ага. Платьишко сейчас поспоминай. Детишек. Не было детишек. Не было. Ну вообще там, тамошних.
Я не была тебе женой, я была как наложница. Какая разница? Без разницы абсолютно. Какое ядро в нашей планете? Посмотри. Желтый, по-моему. Голубой или желтый? Голубой. Почему у тебя два цвета идет? Потому что там серединка желтая, а если смотреть на конце, на краю голубой. Серединку надо брать. Значит, желтая серединка. Желтый. В Таносе тоже желтый цвет последний. И то восстанавливали после уничтожения. Восстановим. Там фиолетовый, зеленый, где зверек. Надо восстанавливать остальные. Там, где мы были. Где Рой пришел. Впервые. Там зеленый. Тоже зеленый. Так же, как и зверек. Или подожди, зверек какая? Там сама планета зеленая. А ядро зверек там красное ядро. А вот где твоя? И наша вселенная. Я тоже там родилась. Да. Вот мы собираем кристаллы силы, типа. Контакты с ядрами. Осталось синий найти. Фиолетовая полностью разрушена должна бы быть. Дюма какого цвета? Наверное, оранжевая, насколько я вижу. Это планета оранжевая. Отключись от этого и смотри вот ядро просто. В смысле, в темноте, говоришь? Тогда голубая. Вот. Желтый, фиолетовый, зеленый, синий. Желтый, красный. Все достаточно, по сути. Теперь обратно на 3 дня завалит, блин. Не впервой. Да, согласен. Сейчас подписки надо убирать. Уже мои силы, я примерно понимаю, как они это делают. Вот откуда все конструкции, которые не квантовые, как бы квантовые, просчитанные, магией наполнены, а держат эту структуру, вот как. Вот из оттуда. Смотри, где еще есть типа резервуары, такие две цистерны, почки. С силой, с той, с принтеров. Успел этот принтер Рою как-то перекачать, передать. Две бочки вижу, все. Прямоугольной формы. Ну, какие-то такие, да. Сторона. На третьем корабле, что ли? Кораблик и ее здесь. Третий где? Третий до этого был расхерачен бунтом. Я видела, что в той вселенной стояли 3 корабля матки. Вот в этой фиолетовой вселенной. А третий тогда куда делся? Я его не вижу нигде.
Он где-то в пространстве, и в то же время не могу даже нащупать. Может, в междумирье, как так? Вот понимаешь, в какой-то вселенной не могу его определить. Контур только. Да, до бунта я его куда-то, типа как на планету, но оцифровал как в межмире, то есть уничтожил, по сути, взорвал. И пошел на штурм ее корабля. То есть максимум два должны остаться после бунта. Как ты увидела три? Я увидела цистерну, которая плывет в космосе. Она закрытая, и приняла ее за кубической формы корабль. Прямоугольной формы, скорее. Просто цистерна, без каких-либо комплексов пусть там. Синий найдет и продырявит. Синий говорит, ты же сам ее расхерачил. Уже? Ну, проверить надо еще одну. Есть еще? Говорит, нет. Хорошо. Он говорит, а что, по-твоему, взорвалось, когда вас всех сюда выбросили? Так это Дюна. Что услышал от Тарил? Так это я на Дюне взорвал. Вместе с этими Бене Гессеритками. Полетел и вместе с планетой и с этим кораблем третьим. То что, они восстановили третий корабль, получается? Крутится, как его, и нифига не говорит. Смотри, как быстро вращается. Когда он не хочет говорить? Фух. Все. Я в рабочем состоянии. Хорошо. Да, уходят эти бяки. Скажи синему все конструкции из того материала, того принтера расхерачить. Так это до Дюны, получается, было. Саня говорит, что после. Я думала, что да. Я сейчас думаю, что да. А Саня говорит, что после. А тогда как я мог... Меня поставили в ящик. Все, я умер. Как я мог взорвать? Пусть покажет тот взрыв, где я был момента взрыва этой цистерны. Я не могу с ним говорить. Он говорит, что вас попробуй пойми, вас сами взрывы и сами эти войны. Он запутался. Сейчас кто-то у меня, да. Стукни его, чтобы он стал фиолетовым. Кто ему сказал не говорить мне информацию, не давать? Может, там они что-то замутили. Намутили и не исправили, и поэтому юлит сейчас. Да, как всегда, ничего нового. Косяк где-то свой прикрывает. Ну-ка, перестань. Говорит, сейчас котенка заберу. Не заберешь. Сейчас я планеты заберу все. Со вселенной. А котенка надо защищать. Почему он не защищал моего котенка? Козел. Синий. Смотри, он его обижает. Косяк. Ладно, пусть показывает взрыв, где я был в этот момент. Сейчас посмотрю. Ну, показывает взрыв на каком-то то ли планете, то ли астероид. Ты бьешься с этими папами, тебя сюда выбрасывают. Да.
Ну, там не с бабами, там куча под предводительством баб. Да. Там на самом деле нифига не бабы били. А где эти контейнеры? Блин, как больно-то. Это показывает. Я их вижу, прямоугольные формы плавают где-то. Объединенные одной платформой. На одной платформе две плавают. Ну да, рядом. Спринтер я увидел, как качают. Он все равно говорит, что это вы расхерачили. Ну это да, я расхерачил, и что? Ну ты спрашиваешь, где он говорит, что это ты расхерачил. А я при этом где был? Ты была. Я понял, где ты была. Ну пусть он расскажет. Это когда они уже на землю напали? Тогда что он имел в виду, сюда выкинуло? Сюда, в нашу вселенную, значит, взрыв-то был в другой вселенной. Что-то он путается в показаниях. Давай-ка я ему допрос с пристрастием. Давай. Спрашивай. Что? Ты спрашивай, я буду его переспрашивать. Когда я расхерачил две эти бочки жизни назад? Да, он говорит, или три, или четыре. Три от этой. Ну, третья отсюда, это Алекс. Это Нет, уже он говорит три от этой. Не третья, а три. Вот это четвертая, значит. четвертая, да. Хорошо. Это Дюна? Та же вселенная. Он говорит, что это не Дюна, это рядом с Дюной. То есть в той вселенной было две жизни? Нет, в той вселенной были две планеты, даже три планеты, на которые ты посещал. А, ну это да. Ну да, логично, я потом полетел зачищать вселенную. Там рой физически был, корабли. Говорит, что да. Хорошо, ну очевидно. Как будущий император я мог тамошние силы на войну с Роем направить. Хорошо. А как? Они использовали эту силу. Они ее переплавляли. Пусть все конструкции с использованием этой силы уберет, расформирует, разберет. Отпустит. Какая-то менталы останутся без работы. Ментаты, да. Че, они без работы останутся, не знаю. Потому что они работают через... Ну, это очень думают, как квантовый компьютер. Они подключают к себе, выходят на более высокий уровень сознанием и творят разные вещи в той вселенной.
Да, почти правильно перевел. Я помню, тогда с флотом общалась. Мы, говорит, отойдем на несколько парсеков. Парсеков. Ну да, почти верно. Ментаты останутся на... Пусть думают сами. Кто еще также использует мою силу? Отвернулся, но, по-моему, сказал еще четыре. Еще четыре чего? Да, я его спрашиваю, чего четыре. Он говорит, ну не человека же. Не человека. Четыре таких же синих хитрожопых создания, как он? На четырех планетах, он говорит. Кто? Я сейчас убью, если он еще мне будет что-то говорить насчет четырех, тут это бы выдыхать. Да, он говорит, еще четыре планеты. Дюна, там, где они песчаные. Кто еще-то? Где? Посмотри на него, как он себя ведет. Крутится и отворачивается. Mm. Постоянно елит. Ну, да, хвостик-то я ему чуть прижал. Mm-hmm. Что-то ему не очень как-то говорить. Да я там же. Ну, придется. Потому что я сейчас повыше перехвачу хвостик-то. Говорит, что что-то напутал. Да, наверное, был не ты вообще, а красно-черный. Он вас путает. Путал до определенного времени. Сейчас я перепутаю его кое с кем. Он был под катком асфальтоукладочным. Есть у нас такие тут машинки. И не хочет. То я могу под каток хвостик-то положить. Дать катку мою силу, и он проедет. Он говорит, что он не помнит. Вот смотри, как просит тебя, не помню. Не надо помнить, надо смотреть сейчас. Я не спрашиваю, что он помнит, а спрашиваю ответы. Да, показывает какие-то четыре планетки. И кто там использует? Там резервуары стоят, там какая-то сила запрятана. И там еще какая-то фигня есть. Как такие тайники, где... Роем спрятанные души еще лежат. Вот отпускаю первое всю силу, накопленную красно-черного, то есть мою, которую он наворовал, все равно у меня в итоге... Уничтожить, разобрать, отпустить. Что это за душа? О чем он говорил? Душу сейчас тоже отпустить. Следующее задание. Показать финкам, пусть души выводят и освобождают они. Пантерки теням покажи. Только не пойму, какие это души. Это не из этой планеты, не из Земли. Нет, конечно. Пусть покажут теням и пусть тени освобождают эти души. Сама скажи теням, что есть где-то души запертые. По типу того, что сейчас синий покажет, пусть освобождают, сами ищут.
75 тысяч. Это мелочь. Чих. Жертвы, либо части роя, бывшие. Это все для твоей планеты. Твоих сторонников. Тогда отпустить. Их всех вырезали или убили. Угу. Как-то используют. Знакомо, как и всех людей Сталина. Но мы им поможем. Пусть финки освобождают. Где они? Такой железный ящик, они просто насыпи. В насыпи там валяются и все. Как газ какой-то накачанный внутрь, чтобы они не испортились, какой-то запас силы. Это как раз и есть твоя сила, тот газ, который внутрь закачанный. Огромный, если 75 тысяч душ там поместилось, просто ящик, ужасные условия. Но они там еще выжившие. Они как не могут длительное время без тела, как батарейки садятся. Нужно идти на воплощение. Угу. И поэтому подпитывается. Поэтому финки. Да, это сделано так, чтобы я обессиливал, подкармливая своих, я же не могу отказаться. Чтобы их кормил. Хрена себе, 75 тысяч корми. Да, больше было. Смотри. На подкормке-то. Финки! Покажи им. Да, я показала. Игру. Протирают и целуют каждого. Так можно, да? Как лапка, его так протирает, да. И целует. А, или носиками выкидывает, ну, что-то делает. Интересные души, смотри, как они сделаны. Форма. А есть часть, еще такие, как... Че, из трех граней? Да, как многогранные. Из трех граней. Одна в другой, вот так, ну, типа вот такой, как кристалл. Но это да. Внутри такие, так два треугольника, вот это показывают звезду Давида. А на самом деле это структура, на самом деле они вот такие, ну, типа шестигранник такого. Да. Прикольно. А есть еще более сложные многогранные. Первые, вижу, не круглые. Они граненые. Да. Кристаллы. Это те, которые там, где ты был правителем, твои подданные. Прикольные. Займемся накачкой их.